Привет, друзья! На связи Евгений Кудряшов и вещаю вам из Синина, который находится в Китае. Думаю, что сейчас рискует появиться еще один неожиданный и неформальный выпуск съедобного Китая. Мы находимся возле какого-то... Как это? Тоу-пау... Свиткейк магазина. Приехали сюда, наверное, минут 15 добирались от студии, где мы только что работали, на такси, потому что ребята очень любят это место почему-то. Чем оно такое особенное? Надеюсь, мы с вами узнаем в течение ближайших 5 минут. Меня привели только что в другое заведение. Там мы купили какие-то пирожные, в прошлом я имею в виду, пирожные с дурианом. Пахнет изумительно, по-дуриански. Сероводородным запахом. А сейчас ребята выбирают, чтобы отведать здесь. Безумно неудобно снимать на планшет, но, простите, другого выбора нет. Принесли нам вот такую картофельно-чесночно-кокосовую штуку с горохом и еще чем-то. Бесподобная просто вещь. Дальше обязательно тофу, как же без него. Ребята ели также, по-моему, перепелиные яйца в... Как она называется? В уксусе. И курицу. А вот сейчас принесли... Это получается фанкин. Это тыква. Это была лапшичка. Картошка. Еще что-то. Я задался вопросом, всегда ли они заказывают так много блюд? Я говорю, ребята, неужели вы столько едите? Неужели вы не заказываете что-то одно, и вам не хватает? Они говорят, конечно, мы так много не едим, но так как ты с нами, мы хотим тебя угостить. В который раз я говорю, что, ребята, моя очередь платить, моя очередь, говорю, делайте мне одолжение, дайте мне рассчитаться. Это все. Они говорят, нет, в следующий раз. Хорошие ребята. Ой, хорошие.